Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим экран на iPhone 5. Приступим. На данном экране разбито стекло в верхней части. Откручиваем нижние винты. Это делается довольно-таки просто. Открутили. Медиатором, металлическим, либо пластиковым. Вставляем между корпусом и рамкой дисплея аккуратно. Открываем. Открываем экран. Тут стоит защита шлейфов. Откручиваем три винта. Откручиваем второй винт. И третий. Аккуратно снимаем металлическую защиту. Советую отсоединять шлейфа дисплея ногтем, так как если вы будете это делать отверткой либо медиатором, вы можете повредить разъемы, либо печатную плату. Вот сняли мы дисплей, откручиваем динамик. После чего снимаем верхний шлейф, на котором находится фронтальная камера и датчик света. Откручиваем винты защиты. Внизу откручиваем. Откручиваем кнопку Home. На этой металлической пластине находится сама кнопка Home, что есть шлейф кнопки Home. Аккуратно откручиваем. Только запоминайте, где какой винт стоял. Откручиваем еще пару винтиков. С этой стороны. Все, открутили винтики, теперь аккуратно снимаем металлическую защиту. Снимаем шлейф кнопки Home. На этой металлической пластине находится сама кнопка Home и корпусная кнопка Home. Это две разные детали. Аккуратно сняли. Все. Модуль полностью разобран. Теперь берем новый модуль и устанавливаем на него все снятые детали. Устанавливаем металлическую защиту. Вкручиваем винтики. Отвертки можете использовать самые дешевые. Продаются самые дешевые наборы. Даже за 50 рублей можно купить набор отверток, в котором будет лежать там две отвертки или три отвертки, медиатор плюс присоска. Присоска тоже удобно снимать экран, но проще медиатор. Вот, вкрутили винты защиты, устанавливаем корпусную кнопку Home аккуратненько, устанавливаем это шлейф кнопки Home. Его нужно аккуратно установить, так как шлейфы можно порвать. То есть аккуратненько поставили. Вкручиваем два винта. Так, один. И вкручиваем второй. Все вкрутили. Вкручиваем. Это винт защиты вкручиваем. Устанавливаем верхний шлейф. Аккуратно устанавливаем, не повреждаем его. Установили. Камеру надо поставить ровно. И прижимаем шлейф слуховым динамиком. Аккуратненько его прикручиваем. Еще один винт. Все, прикрутили. Теперь нам необходимо установить модуль в телефон. Необходимо защелкнуть три шлейфа в разъемы. Раз, два и три. Все, установили шлейфы. Теперь устанавливаем защиту. Необходимо прикрутить три винта. Один.
Второй. И третий. Все, винты установили. Теперь необходимо защелкнуть модуль. Надавливаем в верхней части и защелкивайте экран. Все, защелкнули. Теперь устанавливаем нижние два винтика. Один и второй. Закручиваем. Все, закрутили. Все. Мы заменили экран на iPhone 5. Довольно-таки быстро. Теперь включаем экран. И ждем, когда он загрузится. Все, аппарат загрузился. Теперь проверяем работоспособность модуля. Проверяем сенсор. Сенсор работает. Изображение отличное. Все, мы заменили экран. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.